Друзья, всем привет! Добро пожаловать на техноблог гаджеты, ремонта, обзоры, распаковки. В этом видео мы с вами будем распаковывать крайне полезную вещь. Распакуем мы их в данный момент на экране описания этого лота. Стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы изучаете, я распаковываю. Так, здесь у нас пришли элементы умного дома Xiaomi, аквара, датчики влажности, что ли, или температуры. Ну, в общем, вот такие вот новенькие штучки. Замечательно. Поехали, следующую посылку распаковываем. Так, на экране описание этого лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы изучаете описание лота, я ее уже распаковываю. А здесь у нас целых несколько аж даже посылок. Смотрите, какие любопытные. Бывают посылки комбинированные, даже не поймешь. Вот даже наклейка, смотрите, белая. Первый раз такое вижу. Так, и еще раз. На экране описание этого лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, здесь у нас, по-моему, нашивочки какие-то, я насколько могу судить по внешнему виду посылки. Так, вот такая нашивочка у нас с неким ушастым животным. Выглядит очень мило. Здесь она из двух частей состоит, клейкая, соответственно, и вот такая. Так, это у нас одна. А на экране описание этого лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, это у нас будет следующая нашивочка, насколько я понимаю. Здесь у нас какие-то буковки. Вот такие, такие, такие. В общем, готические различные вещи. Куда-то можно их пришпандурить. Будет очень красиво. Так, далее у нас идет вот такая вот, ух, какая большая. На экране, конечно же, описание лота, стоимость в рублях, долларов, время, за которое посылка до меня добралась. Возможно, или я поленюсь и не буду их туда вписывать. Не так критично. Так, смотрим сюда. И получаем вот такого огромного, преогромного птица. Это у нас орел какой-то или что-то такое. Тоже нашивочка. В общем, целая тьма. У нас здесь нашивочек в этой посылке. И еще одна у нас осталась посылочка, которую также здесь же давайте распакуем. На экране описание лота, стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Возможно, мне тут помощники трутся, помогают мне тут. Ну как? Так, так, так. Распаковываю, а вы на экране рассматриваете. Таня, да? Ну, по формату понятно, что это у нас чаша для мультиварки, скорее всего. Так, вот такая вот. О, и даже не одна чаша, ребят, смотрите, здесь их аж целых две. Такие вот они небольшие. О, какие интересные. Вот такие чаши, размеры чаш на экране. Соответственно, у кого родная чаша таких же размеров, соответственно, можно приобретать по ссылке в описании к этому видео вот эту чашу как заменную. Внутри она черная, снаружи какая-то такая, даже не знаю какой, кремовый цвет какой-то здесь. Такое вот интересное. Покрытие вроде хорошее. Вот. Любопытные надписи внутри вот такие. Так, все. Движемся дальше. Так, а у нас с вами пришла еще одна составная, насколько я понимаю, посылка. Давайте ее откроем. По-моему, здесь две посылки должны быть внутри. Вот так. И вот так. Ну, а тут, собственно говоря, уже поехали. В данный момент на экране описание вот этого лота, стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Опять на автопилоте сказал это. На экране была стоимость. Табличка Peugeot Sport. Для пижоводов еще один лотик. Вполне интересная штукенция. Так, здесь у нас должна быть емкость для приготовления на пару в данное время на экране описания лота. В рублях, если есть вопросы по скорости доставки или по курсу доллара, сегодня у нас стоит 59 рублей, можно спрашивать меня в комментариях. Так, вот такая вот шикарная емкость для воздуха. И вот такая вот небольшая трехлитровая емкость для приготовления на пару для мультиварок. Соответственно, для чаш емкостью 3 литра. Все, поехали, движемся дальше.
Так, друзья, у нас еще одна посылочка на канале. Распаковываем ее вместе со всеми. В данный момент на экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Это у нас должен быть порт зарядки для электросамоката Xiaomi. Вот такая вот штучка. Здесь их даже два. Вот, мне тут помощник нарисовался. На тебе пакетик, держи. Держи пакетик. Вот, соответственно, вот такие вот два порта зарядки для электросамоката. А мы с вами движемся дальше. Хо-хоу. Так, а мы дальше распаковываем посылки. На экране описание вот этого лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Заказали мне тут что-то очень интересное. Посмотрим. Вот, breast hip enchantment. Ну, это что-то для увеличения, похоже. Ага, сразу всего... всех женских прелестей. Такая вот штука. Но, конечно же, наверное, у китайских всяких этих вещей, наверное, будет недоказанная эффективность. Ну, в принципе, передаем заказчику. Так, движемся дальше. Видите описание этого лота, стоимость и прочие характеристики. Чаша будет, я так понимаю, для какого-то Филипса, то есть для мультиварки. Так, заглядываем внутрь. Вроде бы коробка добралась более-менее в целости. Ковалик съедет. Так, наверное, здесь не одна единица, потому что коробка составная. Это обычно характерно для двух и более позиций. Так, и внутри обнаруживаем одну позицию, вторую позицию. Чаша одинаковая. И аж третью позицию, то есть три небольшой упаковки у нас с вами поместилось. Так, давайте рассмотрим одну из них поближе. Такая вот у нас действительно для Филипса чаша, судя по внешнему виду. Снаружи какой-то такой темненький материал, внутри достаточно такой светлый кремовый. Вот размеры чаши в данный момент вы видите на экране. Соответственно, если ваша старая чаша имеет такие размеры, то можно смело переходить по ссылке и заказывать себе вот такую вот чашу. Все, а мы движемся дальше. А в этом фрагменте давайте с вами распакуем еще одну посылку, которая также тут ко мне пришла. Аккумулятор у нас для ноутбуков. На экране описание лота, стоимость в рублях. Ну, время, за которое до меня оно добралось, немножко запоздало. Посылка идет, там переносили доставку даже. Вот. Ну, не суть важно, здесь все локально. Все равно это несколько дней, это очень быстро. Солишки шло гораздо дольше. Яндекс.Маркет. Так, батарейка. Все упаковано как положено. Давайте мы поближе посмотрим, в каком она там состоянии, все в порядке. Хоп! Так, VB-007520, 5200 мАч, 56 Вт-час, 10,8 вольта. Вот такая батарейка. Отдаем ее заказчику. Все, мы движемся дальше. Так, а мы здесь с вами распаковываем еще три посылки, которые также у нас тут пришли. За спецэффекты спасибо соседям. На экране описание этого лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, мы с вами достаем содержимое пакета. И здесь у нас оказывается две флешки по 64 гига, серебристая и красненькая. А флешечки ноунейм я такие не рекомендую покупать. Но вот у меня заказчик уже не первый десяток, наверное, этих флешек заказал. Одна была за все время бракованная. Ну, в общем, вот, передаю ему. Так, я же распаковываю следующую посылку. На экране описание лота, стоимость в рублях и, возможно, время, за которое все до меня дошло. Вот, достаем. Это у нас вот такая вот штуковина. Ну, это, видимо, для куртки какой-то карабинчик, что-то такое. Здесь вот карабинчиком, да, оно идет. А здесь такой под ремень. Мелочь. Передаем заказчику. А мы распаковываем последнюю посылку из этой троицы. На экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время. Так, смотрим, что у нас внутри в ней. Так, здесь у нас вот такой вот напоясной какой-то. И еще сверху на нем тоже липучка. Все, в принципе, это все посылочки. Все, в принципе, это все из этих трех посылочек. Едем дальше. Так, а у нас еще одна посылочка, на этот раз что-то от Xiaomi, давайте с вами разбираться. На экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Всякие товары компании Xiaomi я люблю. А на этот раз это у нас тапочки от Xiaomi. Это для себя. Не заказано, не знаю, захотелось
чего-нибудь новенького. Так, что это у нас такое вообще? Ну, это обыкновенные пластиковые тапочки Made in China. Ничего здесь, даже надписи Xiaomi нету. Написано 2015-40-41 размер. Все, примерим, оценим. Вот, по бренду здесь тоже не так, Xiaomi нету. Может быть, саб-бренд какой-то. Все, движемся дальше. А мы с вами продолжаем распаковки посылок, которые пришли. На экране вы видите описание лота, стоимость в рублях, в долларах, или только в рублях. Ну, курс сейчас, по-моему, рублей 60, что-то такое синтетический. Так, здесь у нас чаша явно. Сейчас увидим, какая. Так, я пока распаковываю, чтобы время не тратить. Так, сразу. Так. Бамс. Так. Так, а здесь у нас пришла еще одна 6-литровая чаша. Размеры чаши в данный момент на экране. У кого прежняя чаша в мультиварке имела такие размеры, соответственно, можно по ссылке под этим видео смело заказывать данную чашу. Так как я ее уже распаковывал, такую чашу, не первый раз, соответственно, не задерживаемся, движемся дальше. Так, друзья, давайте в этом видео распакуем еще одну посылочку. На экране специальная лота. Даже двух, наверное, лотов, да, получится. Я так понимаю, это у нас чаши для мультиварок, очередные модификации. Интересные, любопытные. Так, здесь вот у нас их две. Так, значит, внешне выглядят они как? Давайте посмотрим. Значит, первая выглядит вот так. Вы знаете, по описанию они стальные с покрытием. Вот как это проверить? Да, смотрите, стальная, действительно. То есть это не алюминий, это сталь. Тем самым такая чаша. Ну, здесь, кстати, видимо, 3-литровая и 5-литровая. И вторая. Тоже стальная. Вот, соответственно, размеры 3-литровой чаши в данный момент на экране. Вот антипригарное покрытие здесь имеется. Теперь размеры 5-литровой чаши на экране. Естественно, если ваша старая чаша тоже имеет такие размеры, ну и может быть тоже стальная, да, то можно приобретать вот такие варианты. Ну, ссылочки в описании где-нибудь или в комментариях я, как всегда, привожу. Заходите, смотрите и изучайте. Все, движемся дальше. Так, распакуем еще одну посылку, которая пришла также на недельке. На экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. По всей видимости, это чаша для мультиварок. Пока вы изучаете, я распаковываю. Так, внутри тоже скотч, мягкий материал. Так, внутри вот такая коробка большая, собранная из двух коробок явно. Часто подходящих размеров коробок нету, приходится что-то колхозить. Так, внутри у нас вот такие чаши, все упакованы индивидуально. Интересно, какую-то коробку использовал продавец для упаковки. Так, да, внутри у нас три чаши. Поближе рассмотрим ее. Такие вот чаши, по-моему, это у нас от Philips'а, что-то наподобие. На экране сейчас вы видите размеры чаши, соответственно, если ваша старая чаша имеет такие размеры, можно по ссылке в описании под этим видео смело приобретать эту чашу для своей мультиварки. А мы движемся дальше. Так, ну что ж, мы продолжаем распаковки. Еще вот здесь три посылочки у нас пришли, мы их распаковываем. Наверное, это у нас куртка пришла. Вот, а может быть это и составная какая-то посылка. Сейчас увидим, да, составная. Но тем не менее, описание из нее большой штуки. Вот этой большой штуки. Соответственно, мы ее и распаковываем. Так, здесь у нас куртка. Вот такая. Спасибо соседям за спецэффекты. В лоте у продавца это все выглядит вот так. А у нас при примерке все это выглядит вот так. Впечатление готов поделиться в комментариях под видео.
Мы же идем дальше. Вторая посылка из составной, из вот этой вот, на экране описания лота стоимость рубля в долларах. Время, за которое посылка до меня добралась. Вот я ее уже распаковываю. Так, это пришли у нас. Так, да, спасибо за спецэффект еще раз соседям. Без предупреждений сверлят. Хотя всем сказано, чтобы в чате дома предупреждали по ремонтным работам, чтобы планировать. Так, это у нас лезвие для лобзика. Надо это будет сейчас примерить. Так, ну, соответственно, старое полотно у меня полностью сточилось. Я покупал полотно на замену этого. Во-первых, сравним, да, один в один. Так, вставляем сюда, вставляем, соответственно, вторую часть. Так, и затягиваем. Да, здесь попасть, конечно, тоже надо. Угу. Все, затянули, что инструмент готов к работе. Так, посылка номер 3 из сегодняшних пришедших. На экране описание лота стоимость рубля в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, здесь у нас что-то совсем мелкое-мелкое. Это у нас пришли... Да, это у нас пришли шестеренки для квадрокоптера. Так, поэтому переходим к следующей посылке. На экране описание лота стоимость рубля в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Здесь у нас тоже к квадрокоптеру пришли лопасти. Уже лучше, уже лучше. Так, хорошо, возможно, мы даже сможем и сегодня и протестировать квадрокоптер починенный. Так, переходим к проверкам. А теперь мы приступаем к ремонту квадрика. Видео на сам-то здесь будет по ссылке доступно. Значит, расскажу, что у меня произошло с ним. То есть при полете я не использовал вот эти вот защитные элементы. И очень зря, потому что умудрился квадриком влететь в достаточно большое дерево с крупными ветками. И, в общем, один винт у меня был поврежден. Конкретно повредился вот этот вот элемент, отломился вот в этой части. Так, да, вот у меня поврежденный, соответственно, видите, сломанный элемент отвалился вот так вот он. Ну и там же такой же, в общем, винты, да, поврежденной центральной части. И у меня было повреждено один из вот этих вот центральных элементов самих винтов. Вот, то есть тут центральная часть тоже потеряла одну ножку. Ну, в общем, соответственно, под списание. Винты-то, конечно, еще целые, их можно будет впоследствии, например, как-то пытаться использовать. Но из-за отсутствия вот этой вот комплекте поставки с самим квадриком вот этой вот центральной части, фактически пришлось заказывать вот эти вот полные комплекты. Вот, теперь они наконец пришли. У меня есть все для ремонта. Так, ремонт здесь достаточно несложный. Просто нужно отвинтить, поместить этот центральный винт будет на место. Ну и установить на него, соответственно, винты. Что я сейчас и проделаю. Да, для замены я полностью даже не разбираю все здесь. Просто вот немножко так открываю конструкцию. Соответственно, надо правильно ее поставить здесь. Так, поехали, закручиваем. Ну что ж, я закончил сборку, все винты закручены, все на месте. Очень удобно, что все винты у нас между собой одинаковых размеров, легко заменяют друг друга при потребности. Все, можно, соответственно, будет тестировать нам агрегат на полетопригодность.